Перед началом учебного года сотрудники отдела технического надзора города Хасавюрт провели проверку технического состояния транспортных средств городских образовательных учреждений, предназначенных для перевозки школьников. Перед учебным годом мы обязаны проверить их техническое состояние. Также проверяются и технические требования, какие должны быть соответствовать. Ну, по новым нормативным актам должны иметь мигалки желтого цвета, иметь должны каждый... Пассажирский транспорт должен иметь ремни безопасности, потому что она влияет на безопасность дорожного движения. Сотрудник полиции Абдулнасыр Талбия в своем выступлении также обратил внимание автолюбителей, что скоро, с 28 августа по 11 сентября, на территории города будет проводиться операция «Внимание, дети». Хотелось бы, чтобы у нас были безопасные дороги и пассажиры, конечно, перевозились безопасным транспортным средством. И, конечно, чтобы водители соблюдали возле учебных заведений скоростной режим. По словам одного из водителей, подобные процедуры проводятся систематически. Проверяется буквально все, от технического состояния автотранспорта до наличия у водителей справок о состоянии здоровья. Вот мы собираемся к новому учебному году возить детей к 1 сентября. Вот работники милиции смотрят техосмотр, состояние автобуса, все до ниточки проверяют. И проверяют водителя документы, какой он. Даже справки надо им показать о состоянии здоровья. Вот так и работаем, вот так и возим детей. Специалистами технадзора было проверено более 5 единиц техники на наличие ремней безопасности, необходимой документации и инвентаря. Зарема Хайбулаева, Курбан Гериханов, Пирмагомед Пирмагомедов. Информационная программа «Пульс».